Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Походка выдала пьяного водителя Форда на улице Заводской. Именно по неровному шагу активисты ночного патруля определили состояние автомобилиста. Мужчина еле дошел до машины, открыл и завел ее с помощью отвертки. Далее нетрезвый лихач поехал и устроил погоню вокруг своего дома. Кадры преследования изучил наш корреспондент Сергей Пичугин. Водитель Форда заметил сотрудников ДПС и едва не врезался в бордюр. Сейчас соберет кого-нибудь. Да, сейчас соберет, что было бы. Ее нет, она побежит. Опа, заглохли что. Лихач направился во дворы новостроек по улице Заводской. Запад машины не подчиняются. 272 на Заводскую ГАИ, дома новые. Заводская 6, Форд серебристый, по дворам тут гоняет от меня. С другой стороны выезжай. Тем временем общественники перекрывали выезд с другой стороны дома. Однако водитель решил припарковаться. Где идете? Во дворе Заводская 6. Вот по двору ездим здесь, по кругу. Кругом едет, обратно сейчас выйдет. Заводская 6, по дворам кругами ездят. Надо поджимать. Ключи. Отвертку бросайте, сказали, отвертку бросайте. По словам водителя, отвертка — это вовсе не оружие, а ключ от машины. Вы что, врубили, парни? Отвертка еще достал, махался тут. Отвертка — это у меня ключ, вы что, парни? Бухой ездишь-то, почему? Кого бухой? На склонного к бегству водителя Антона надели наручники. Она говорит, стой. Здорово, парень. Здорово. Антон весьма расстроился, узнав, что машина поедет на штрафстоянку. Сейчас мы ее на стоянку поставим, не переживай. Какую стоянку? Вот она здесь стоит. Здесь ей место. Да, она поедет. Что, документов нет? По словам водителя, об активистах, которые следили за ним, он даже и не догадывался. Увидели, что вы немножко шаткой походкой тут ходили. Поэтому за вами поехали, решили остановить. У меня запах-то чувствует немножко. Выпили, да? По-честному. Антон решил пройти экспертизу у врача-нарколога. Сейчас ему грозит штраф и лишение прав. Сергей Пичугин, место происшествия.